Марганцовка – это уникальное вещество, которое на участке применяется повсеместно. Благодаря калию и марганцу его используют в роли удобрения для томатов, перца и огурцов. Для приготовления удобрения разводят 3 грамма перманганата калия на ведро воды. Такого объема хватает на полив 4 квадратных метров посадок. Растения очень положительно реагируют на такой раствор, особенно во время плодоношения. Кусты буквально оживают и начинают сильнее плодоносить. Но не только в качестве удобрения используется марганцовка, но и для профилактики разных болезней. От черной ножки рассада обрабатывается 10 литрами воды с 5 граммами марганцовки под корень. Для защиты от мучнистой росы необходимо развести 3 грамма на ведро воды и опрыскать растения 2 раза с интервалом в 3 дня. Для профилактики фитофторы марганцовку смешивают с чесночным настоем. Заливаем 100 граммов измельченного чеснока стаканом воды, настаиваем в течение 24 часов, после чего разводим на ведро воды и добавляем 1 грамм марганцовки. Такой раствор может использоваться не только для профилактики, но и для лечения болезни в начальной фазе. Но ни в коем случае не превышайте описанных мной концентраций. Если сделать это, растения могут получить непоправимый ущерб. Если весов нет, можно воспользоваться обычной чайной ложечкой в качестве измерителя. В одной ложке без горки содержится примерно 6 граммов марганцовки.